вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». Одиннадцатого февраля сотрудники госавтоинспекции Нефтекамска зафиксировали 10 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамск, за минувшие сутки были зафиксированы 2 факта кражи личного имущества, 1 кража денег с банковской карты, 2 повреждения чужого имущества, 1 незаконное предпринимательство, 1 факт нанесения телесных повреждений, 2 мелких хищения, 1 факт неисполнения родительских обязательств, 1 обращение в больницу, 1 факт утери сотового телефона, 1 ножевое ранение и 3 административных правонарушения. 7 раз нефтекамцы обратились в дежурную часть полиции по поводу семейных скандалов, нарушений тишины, жалоб на соседей и конфликтов с ними. Бригады скорой помощи совершили 148 выездов. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 8 человек. 16 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано 7 выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 8 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 7 выездов оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появились 2 мальчика.